Мы сегодня в море, оказывается, есть еще и гардероб. Вот в чем я никогда и не знал. Надо же. Гардероб. Такое ощущение интересное. До самого низа идет. Твои лягушки. Что там такое? Там высоко и страшно. Куда-то дорогое такое. Какая игровая комната? Ну, с водой, да? Желе. Можно вот так, извиняюсь. Вот, что у них тут есть, что? Какое они едят. Это пиво? Да. Нет, что это такое? Пиво. А? Пиво. Серьезно? Серьезно. Я опять взял себе. Великана. Какую штуку нашел? О, такая. Высока? Но мне такая не надо. Сейчас, какие аттракционы здесь. Морской бой. Тарелка, тарелка твоя. Продается питание, химическое питание для космонавтов. Интересно. И сколько он стоит? Допустим. Вот 350 рублей стоит мясное пюре. Однако. Это шарики здесь. Ага, игрушки здесь. Игрушки почем? Лизуны, короче. 350, 100 рублей, нет, дороговато. Вот, вот так.
Едем в шапку. Иди в шапку. Салон называется лабиринт. Четырехуровневый лабиринт. Там детишки бегают. Мне кажется, для маленьких. И эскатор нет горки. Еще кафе есть. Кидрум еще какой-то там. Интересно, куда попасть? Умный круг в реальности. Кидрум. Ну вот еще мастер-класс. Лучший научный детский праздник. Интересно. Сейчас посмотрим. Такой вид из окна отсюда. Оказывается, там квест-комнаты. 500 рублей, 750 рублей стоит. Праздники будем 500 рублей в час. Взрослый обязательно должен быть 12 лет. Вот такой сегодня влог у меня. Не знаю, стоит ли снимать. Все вместе. Так, вот в спортивном магазине. Велосипеды уже продаются. Ну, это же на время их зимой вообще не продавали. Цены, конечно. Это фигня стоит 700 рублей. За обычную цену. Китай заказывает много дешевле. Термос. Обувка. Где ты сейчас стоит это вообще? Кошмар. Так, что еще хотел посмотреть? В принципе, меня здесь мало чего стоит. Потолок стеклянный, прозрачный. Не виден. Бабушка пытается. Интересно. Ты какие красивые штучки. Все вот такие вот таулаганы интересные. Девочки стараются пробить свою страховку. Ну, они всегда проходят, но надо вот проходить. Все набегаем там. Таулаганы по крестям разгладят. Они там все пытаются. Ну, довольно интересно. Молочный шоколад. Цены, конечно, здесь 400 мл стоит 210 рублей. Вот такой здесь. Это большая. И луковица, или что это такое? Вот он. Луковица. Чеснок. Точно.
кошелек какой-то. Камень с божьими коробками. Какое-то непонятное ухо. Это кошелек, по которому течет вода. О, мальчики. Второй колесо. У нас дома есть колесо, второй. Можно взять на Покатова. Что у нас здесь? У нас здесь какие-то штучки. Окей. Какая у нас крошка. Какое чучело. Велосипед везде. Такая же прогулка у нас получилась. Накладная. В магазине уже никого нет, пусто. Народ рассосался, где-то 10:30 вечера. Чтобы купить здесь лимонад, необходимо нести купюру. Купюра сюда вот кажется. Вот, убираем тархун. Стаканчик выпадает. Тут должна мне мелочь выпасть. Вот здесь напала мелочь. Мне надо доставать. Вот здесь. И тогда появится то, что такое. Забирай. Петя, ну забирай. Это наш новый ФСБ. Там светится, переливается. И то место, где мы были. Вот это красивая подсветка такая. Всем пока, всем до новых встреч, увидимся. Вот такую вот красоту сделали, посмотрите. Это и подсветка у нас. Это то, что мы видели уже. Такая подсветка.